or like this. Что такое бабочка? Что такое? Ну, сиди. Убежала от меня моя мама. Смотри. Она опять ко мне пришла. Обама, ты где там? Вот такие очень ручные, очень милые, спокойные обезьянки. No, put it here. Она держится за меня хвостом, обрати внимание, видишь? Обама, иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Смотри в камеру. В камеру смотри. Бэбик. Никто тебя не кормит. Что ты там нашел? Там ничего нет. Посмотри, в кармане у меня лазит. А, смотри, что делает. Что ты там? Тихо, посмотри. Посмотри, уже нашел маску у меня в кармане. Перегроз. Тут еще есть два попугая. Сейчас я буду смотреть. Зовут одного Петра. Это, короче, красный. Его подругу зовут Мария. Они крякают. Это с ними общаются. Вот они еще так целуются. Вот. И они очень опасны. Они постоянно норовят клюнуть. Ты мой хороший. Спокойно. Тихо! Курва! Курица поганая! Тихо сиди, сказали тебе! Чё ты клюёшься? Тихо! Ты посмотри на них! Погладить нельзя даже! Сиди тихо! Вот это единственное опасное животное, помимо людей, в этой замечательной стране. Тихо! Это красное нормально. А подруга его какая-то злая. Это Петюня, Педро на местном языке. Ты мой хороший. Видишь, он не сильно злой. Нормально, все хорошо, спокойно. На браслетик. Их всех очень интересуют всегда мои браслетики. Я тут уже много браслетиков. Чего ты там нашел? Что там нашел? Да они невкусные! Они несъедобные. А тупая курица. Подруга. Мария. Тихо! Сейчас будем делать фоточку с ними.